итогам 15 лет, может быть, благодаря даже нашему фестивалю, у нас сейчас в Харьковской области 15 цирковых студий, которых занимается, общее количество детей, которые занимаются в детских цирковых студиях, превышает 900 человек. Принимают участие 600 человек детей. То есть реально у нас на манеже сегодня выходит 600 человек детей из детских цирковых студий. Из них 250 человек сделают первый шаг на манеж цирка именно на наши фестивали. Большее количество коллективов. У нас добавилось 3 или 4 коллектива в этом фестивале. Большее количество номеров стало в отделениях. Он стал немножко длиннее, но не менее интересен, скажем так. Для детей и так это радость выступить на манеже, на настоящем, где вот они только мечтают об этом, да, это не сцена, а это профессиональный манеж. То есть, а тут еще помимо этого мы постарались внести краски какие-то, разукрасить это, чтобы запомнилось деткам надолго. Вы знаете, это, конечно, тяжело, потому что масштабы наши растут. Вот, все тяжелее и тяжелее, но ничего, есть руководители, которые помогают нам, есть волонтеры, которые помогают, вместе все справляемся, когда хорошая команда, все получается. Очень благодарен этому фестивалю, который организовали этот цирковой. Мой внук первый раз выступал, я и также родители, внуки очень благодарны этому фестивалю. Такой прекрасный подарок для детей, внуков нашего города. Спасибо большое всем организаторам данного фестиваля. Уже второй год мы здесь, это супер здорово, такой праздник для детей. Я хочу сказать благодарность всем нашим организаторам, всем нашим тренерам. Просто чудо, в наше время такой праздник, это нет слов. Сегодня в фестивале выступала племянница. Нам очень понравилось, было интересно. Дети все большие молодцы. Мы желаем, чтобы фестиваль дальше процветал и радовал нас.